Всем доброе утро. Мы с Бимошей вышли на утреннюю прогулку ежедневную. Да, Бимоша? Бимоша, пойдем. Птички там, он слышит птичек. Время 9 часов, прогуляться пошли. Каждое утро прогуливаемся, выгуливаемся. Сегодня тепло. 12 градусов. Дима очень любит птичек. Все время на них устраивает охоту. Так бы поймал. Так, тихонечко идем. Совсем немноголюдно. Детишки в школе. Все ушли на работу. Да, там. Куда он там залез? Вечером, конечно же, много народу гуляет. Больше. Кто-то. А, там собачка впереди. Давай, иди. Артист. Ему только поздороваться. Ну все, понюхаться, да. Пацан. Да. В ботинках мы, да. У нас ножки мерзнут. Бойка в своей. Нас? Ну давайте мы постоим. Попозируй, Бима. Ну-ка, стой. Стой, стой. Стой. Тихо. Бимочку решили сфотографировать. Да. Получилось? Или бочком надо еще? Получился. Получился? Да. Ну все. Ну нет, он, скажите, дай пятюню, он даст. Дай пятюню. Вот так. Видите, дает, но ботиночки мешают. Молодец. Ну ладно, до свидания. Пойдем, Бимош. Ой, какой молодец. Здороваться, дружить всегда надо. Да. Такие мы гуляем. Отзови собаку. Собачки тут большие. Вот, здороваемся. А мы боимся. Так-то они, собачки, у нас добрые во дворе. Но кто его знает, они просто одной массой, когда играют. Раньше такое было, случалось, что одной массой Бимошку давили, Бимошка на спину, лапы кверху. И потом у него болели, спинка болела. Ну, в общем, одной массой могут. Представляете, ротвейлер. Вот. Ну, ничего, все нормально. Ой, нет-нет, он не набросится. Скажи привет-привет, Бимоша. Не надо так это рычать. Он ворчит, как будто старенький дедушка. Ой, какой пушок. Он идет, у него вот темные вот здесь вот штучки, как будто улыбается. Ага. Пойдем. Пойдем птичек смотреть. Там где-то у нас птички все время вот на кустах сидят. И он любит смотреть на них, тявкает. А сегодня нету. Сегодня нету птичек. Я вон семечки взяла. Семечки взяла, думаю, хоть покормить. А нет, вон есть, я не знаю. Вон они маленько есть. Бимочка, смотри, птички твои любимые.
Ну-ка я и набросаю. Будет, я хотя бы вот так набросаю им. Может, потом отойдем, так будут кушать будут. Так, сейчас я набросаю им. Они будут кушать потом семечки. Вон, набросала я им тут маленько. Птички будут кушать, да. Отойдем без Бимошка, а то Бимошку не боятся. Что, птичек надо, да? Птичек. Ну вот. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну все, не, пойдем, не будем мешать. Пойдем.